Весь день лил дождь. Все мокрое. Никто вставать не хочет. А нам надо ехать сдаваться на границу. Наконец-то мы пересекли границу. Вот наша команда спасения. Она отвезет Амира. Где он, кстати, есть-то? Вот он. Я хотел сделать гипс крупным планом, но не получается. Вот мы и добрались до Байкала. Туман, ничего не видно. Зато тепло. Андрюха медленно развивается. Зрители снабежали уже. Сейчас я буду билеты продавать. Вы сюда к колесу плывите? Градуса 3 вода. Что это за стиль такой? Голова пробуется. Вот это да, вот это водичка, блин. Это вам не соленое озеро в Монголии. Лохматый, вылезай. Завтрак туристов. Доброе утро. Вы единственные туристы. Завтрак в постельных штанах. Если бы заплатили. Ложечка. Звезды к замене. Меняем шестеренки на асфальтовые. Владимирский централ. Да, вчера вообще было. Хоть порадовали, блин, ну хоть один. О, маслица. Дайте нам две рыбки попробовать, бесплатно, а потом мы вас купим. Холодно на лыжах. По 60. А у вас почем? 70. 75. Я всех снимаю. В очередной раз сломался мотоцикл Honda. Зачем это снимать? Вот кому это интересно? Улан-Удинская чепта Black Bears любезно приютила нас на своей даче. Масло из черепахиного XR слилось немного. Помидорчики!
первый подход к Баргузину, в этот раз на пароме. Смысла нет. Строят мост, мы хотели по нему проехать, но спрыжка слишком большая. Побритый, красивый. Это коралл. Нет, это так обучают каменщиков в ПТУ. А на халяву даже бьют. С добрым утром, Байкал. Мы плывем по озеру Байкал на корабле, который называется Вольный. Глубина залива 25 километров. Это из 27 байкальских островов, в этом заливе находится 7. Слышь, чуваков каждый день у нас спектакль. Здесь наш Байкал. При помощи каких-то тухлых яиц. Ну, блядь, блядь. Ротные наркотики не только вредны, но и полезны. Сахар в шоколаде с чесноком. Кресло твое, он подо мной. Вот они, настоящие твердые байкальские камни. Понимаешь, зачем это снимать? Там машина стоит на дороге в конце. Андрюха мужественно чистит рыбу. Орлона! Отдай швартовые! Держи! И поехал, застрял. Сразу видно, вот в кустах повис. Ненадежный мотоцикл BMW. Ромыч, если бы ты меня кормил и показывал свое кино, я бы... Ну там 15 секунд сам включается. Андрюха нашел себе жену. Угу. Жену нашел. О, черт!
Нету. Датчик температуры двигателя на BMW. Стоим, уже хотели на веревке оттащиться на берег, уже там ремонтировать. Из леса выезжает не выходит мужик. Да, вот такой вот примерно как большой вот такой вот. Мама, привет. У вас проблемы с электроникой? Сейчас я их решу. Достает вот такой тестер. Тык-тык-тык. Достает ворох резисторов. Скрутил их, засунул, все почему. Замотали изолентой, приехали. И вот последний рывок. Мы пытаемся пробиться по правому берегу Байкала на БАМ по 110-му зимнику. Возможно, мы застрянем между реками на целую неделю, поэтому берем продуктов по максимуму. Моя задача — упаковать 8 буханок хлеба. Речка Баргузин, которую байкер не смог переплыть ни один. А вот там выход из брода. Завтра нам туда дорога. Да, я смотрю на основную часть Баргузина, я тихо охреневаю. Но здесь поток такой, в общем, такой серьезный. И, наверное, судя по всему, наверное, где-то появится однозначно.